наш капитан тянет тунца. Я в шляпе, тоже тяну. Гамакацу, кстати, прям как крючок. Блин, у меня рука еще онемела после того раза. Слышишь, Макс? Там зяблески было метров 200. Это рыба? А ты думал? Там карп, там сидишь и ждешь. Руливаю. Куда? Сейчас скорость не включу. Нет. Вот отключи. А зачем? Потому что на стойке. Нормально, нормально. Нормально идет. Что, я подруливаю? Вот она уже, рыбка здесь. Крупный, большой. Самец. Самец, точно самец. Это рыба капитан. Доминик. А на Альфу Ромео они просто запрыгивать будут. Ты из Голландии, ты тоже знаешь, что делать с рыбой. На! Салон не кидай. Не знаю, видно на камеру, не видно. В этих очках виднее лучше, чем камера снимает. Это через воду не спит. Ну да. Санечка, ваш выход. Не, далеко. Еще далеко. Не, далеко. Не, далеко. Она не, вон она. Да, блеск, белизна такая, трынц. Маш, потом скинешь. Конечно. Я 9-й год за него работаю. На халяву. Хорош. Твил этот аутриггер аж вывернула эту. Конечно, она так и должна клевать. А, она потом засовывается туда-обратно, это пружинка, не пружинка, а зацепка. Блин, на нужное удержание. Один раз у нас сломало. Но рыбу не потеряли. Даже за сломанным аутриггером. Мне, по-моему, тогда показалось, что это рыба была, она еще далеко. Вот это видос. А? О, вот сейчас вижу. Вон, вон она, вон она, вон. А это уже на хаус. На хаус это вообще по три крючка. Ничего себе, сильная рыба. А? Не альбакор? Не, здоровая просто. Небольшая. Удар был пиздец. Или акула. А может мы Николая тянем? Вон она. Они здесь просто крупные. Стая крупная.
все, он уже устал. О, красавец. Не альбакор. Да. Костя, держи 5. Молодец. Бля, метровый.